начинал с обычной удочки. Ну, для ближнего забрасывания. Ну, как обычная удочка, знаете, как это в мультиках. Все это поплавок, крючок и червячок. Все равно не брать рыбу. Просто если мы возьмем, да это у всех такое, если мы возьмем рыбу там, из дома или из магазина, любую, хоть там морскую, хоть там не морскую, хоть пресноводную, то ловить рыба не будет. Как-то там в одном водоеме я вот папа меня учил ловить хищника, а я вот не знал, как там катушку переключать. Я вот кидаю, и вот этот, что воблер, сейчас вам покажу, какой он примерно у себя. Такой лучше. Такой воблер я вот разбил в дребезги из-за того, что я не переключил катушку. Конечно, было обидно, что это был самый хороший воблер, но зато я научился переключать катушку. Ну, вообще, самое простое, надо хотя бы ловить нужно хоть какую-то рыбу. Надо удочку такую, не сильно навороченную, такую для себя нормальную. Потом поплавок подходящий. Крючок тоже. Ну, просто вы вот не будете крючок вот такой брать. Ну и наживку желательно. Разные там, от червяков до опарышей. Ну вот, просто у меня тут снасти для хищников в основном. Вот. Все это, силиконки. И, ну, тоже силиконки. Воблеры. И так далее. Кто-то любит покушать ночью, а кто-то днем. Ну, желательно или с самого утра, когда только рассвет, или же уже вечером. Посередине дня она так себе ловится. Рыба непредсказуемая, может сначала там ловиться хорошо, а потом резко в другом водоеме. Но если рыба большая, то мы жарим, конечно. Если мелкая слишком, то мы или отпускаем, или кошке даем. А если зимой мы ловили, ну, такую, ну, не уж и большую, ну, и не уж мелкую, то мы ее смачиваем и сушим. Леща поймал. Ну, около там 2-3 килограмма было. Да, я неопытный, опытный папа.